Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мәселелеріне әрқашан айрықша көңіл бөлуде. Жыл сайын экономиканың өсуіне байланысты елімізде жер қойнауы байлықтарының азаю және қалдықтардың өсуі болатыны анық. Сондықтан қалдықтарды тиімді басқару және кәдеге жарату арқылы бірқатар экологиялық және экономикалық мәселе шешіледі. 2013 жылғы қазанда елбасы тұрмыстық қатты қалдықтар басқару мәселесімен айланысуды тапсырды. Қазақстанның жасыл экономикаға көшу жөндегі концепцияны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес министрлікке тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бағдарламасын әзірлеу тапсырылды. Уважаемый Серик Нигметович, уважаемые коллеги, проведенный анализ показал предполагаемый рост объемов обрадования ТБО по всей республике. В настоящее время в Казахстане в секторе ТБО сложилась ситуация, при которой образующиеся отходы размещаются на полигонах без предварительной сортировки и обезвреживания. Большинство полигонов исчерпали свой срок действия, не отвечают санитарным требованиям, требуется их рекультивация, а также сбор свалочного газа при условии его экономической целесообразности. В настоящее время в Казахстане на системном уровне отсутствует раздельный сбор ТБО у источника образования отходов. Исходя из усредненного морфологического состава, количество вторичных материальных ресурсов, содержащихся в образующемся объеме ТБО, составляют ежегодно порядка 500 тысяч тонн бумаги и картона, 300 тысяч тонн стекла, 200 тысяч тонн металлов, 500 тысяч тонн пластмасс, что говорит о большом потенциале вторичного использования данных ресурсов. В своем послании народу глава государства поставил задачу о внедрении в Казахстане ряда принципов и стандартов стран ОЭСР. Так, в странах Европейского Союза, составляющих костяк ОЭСР, принята директива об иерархии управления отходами, согласно которой использование отходов для производства изделий, материалов или веществ имеет больший приоритет перед использованием отходов для производства энергии или топлива. Это принцип так называемой циркулярной экономики, который направлен на стимулирование максимального вовлечения вторичных ресурсов в экономику. Некоторые страны за период многолетнего развития сектора ТБО достигли такого уровня, что в них введен полный запрет на захоронение непереработанных отходов на полигонах. Также опыт стран ОЭСР был использован при разработке целевых индикаторов программы. Программа разбита на три этапа. 2014-2020 – пилотный этап, 2021-2035 – закрепление результатов и проверка устойчивости системы, 2036-2050 – завершающий. 2050 год выбран не случайно, данный срок указан в концепции по переходу Республики Казахстан на зеленую экономику, а также стратегии «Казахстан-2050». Если говорить о примере ключевых целевых индикаторов программы, то хотелось бы отметить следующие показатели. Во-первых, планируется повысить процент охвата до 90% к 2020 году с последующим достижением 100% охвата уже к 2035 году. Во-вторых, ставится цель, начав с 10% доли сбора биоотходов, довести процент их раздельного сбора до 80% к 2050 году. В-третьих, программа ставит цель раздельного сбора отходов упаковки от 10% к 2020 году с последующим доведением до 80% к 2050 году. В-четвертых, программа также ставит цель внедрить систему сбора и утилизации опасных бытовых отходов, а также увеличить долю их раздельного сбора от 35% к 2020 году до 80% к 2050 году. В-пятых, программа ставит задачу увеличить долю санитарных полигонов до 100% к 2050 году, при этом уже к 2020 году ставится цель довести долю санитарных полигонов до 50%. В-шестых, важным показателем является увеличение доли выработки зеленой энергии из отходов. В данном случае речь идет о получении газа при переработке биологически разлагаемой фракции для производства тепла и электрической энергии. В данном случае, начав с консервативных 5% к 2020 году, планируется довести долю отходов, используемых для выработки зеленой энергии, до 30% к 2050 году. Мировой опыт был также использован при постановке задач программы, которые являются частью механизма ее реализации. Если схематично описать процесс комплекса задач для достижения целевых индикаторов, то он будет включать в себя: первое – повышение качества сбора и транспортировки отходов от населения и предприятий. Предполагается расширить охват путем модернизации контейнерного парка, мусоровозов, а также внедрения системы сбора крупногабаритных отходов и строительного мусора,
транспортировку которых население не может осуществлять самостоятельно. Второе, если говорить о комплексе мер по переработке отходов, то мероприятия программы включают в себя строительство централизованных объектов переработки отходов как с извлечением вторичного сырья, так и с обработкой биологически разлагаемого фракта ТБО для производства энергии. Важным моментом является потенциальная возможность обработки биологически разлагаемой фракции ТБО совместно с илом канализационно-очистных сооружений. Данный комплексный подход позволит обеспечить синергию и повысить выработку зеленой энергии. Пилотно данный подход применен при разработке проекта в городе Актау. На мусороперерабатывающих заводах также предполагается производство из неперерабатываемой части ТБО топлива, получаемого из отходов так называемой РДФ. При возможности направления данного вида топлива на цементные заводы и ТЭЦ с целью минимизации захоронения ТБО. Опасные виды бытовых отходов будут направляться для утилизации на специализированные сооружения для промышленных опасных отходов. Также захоронение неперерабатываемой части отходов будет производиться с учетом самых современных технологий в данной отрасли, а также поэтапной рекультивации и восстановления земель, занятых существующими свалками, полигонами ТБО. Работа будет вестись по следующим направлениям: строительство региональных полигонов ТБО, строительство мини-полигонов для обслуживания сельских территорий и борьба с несанкционированными свалками. Отдельным вопросом в программе является внедрение раздельного сбора ТБО у источника. Безусловно, внедрение раздельного сбора – это нужный, но долгий процесс. В Германии, например, первый закон об отходах вышел в 1972 году, а процесс обязательного внедрения биоотходов занял более 30 лет. Для вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира этот процесс надо начинать сейчас. В этой связи с учетом мирового опыта для внедрения раздельного сбора у источника предполагается пошаговый метод, успешно зарекомендовавший себя в различных странах мира. Также особым звеном программы является внедрение расширенной ответственности производителя или так называемый РОП. Необходимо законодательно закрепить обязанность производителя либо импортера товаров и упаковки осуществлять сбор и переработку отходов, образовавшихся после их использования. Следует отметить, что принцип РОП не распространяется на все виды отходов. В мировой практике РОП обычно применяется к старым автомобилям, использованным шинам, аккумуляторам и батареям и упаковке. Планируется, что производители товаров, на которые распространяется РОП, создадут свои ассоциации и фонды для аккумулирования пула денежных средств, которыми сами же и будут управлять. Средства, полученные в рамках реализации РОП, будут направлены данными ассоциациями на создание пунктов сбора упаковки и товаров, а также объектов по их переработке или утилизации. Это позволит также развить малый и средний бизнес, который в мировой практике активно задействован для реализации принципов РОП. Также введение принципа РОП поможет решить проблему уже существующего Астанинского завода по утилизации шин, который в настоящее время загружен менее чем на 30%. При этом в дальнейшем для Казахстана возможно строительство еще нескольких таких заводов. Как говорилось ранее, реализация задач без мер поддержки является невозможной. Для успешной реализации программы и вовлечения частного сектора в ней предусмотрены следующие меры поддержки. Проведение реформы нормативно-правовой базы для установления единых правил для всех участников рынка. Проведение реформы тарифообразования и создания условий для экономического стимулирования и привлечения частных инвесторов. Проведение реформы структурной и институциональной организации сектора с целью повышения эффективности работы в сфере ТБО планируется создание инфраструктуры обращения с ТБО на основе регионального кластерного подхода с широким вовлечением населения и частного бизнеса. Инвентаризация и создание информационно-аналитической базы программы путем создания систем мониторинга и контроля в сфере обращения ТБО. Для успешной реализации программы необходимо внедрение единых государственных стандартов, технологий и уровня услуг для оборудования и технологий для сектора обращения ТБО. Создание образовательной базы и кадрового обеспечения, что необходимо для фактической реализации задачи программы. И также взаимодействие и коммуникация с населением играет немаловажную роль в управлении ТБО, а также является важным компонентом для внедрения раздельного сбора и утилизации отходов. В целях координации деятельности и тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон, как государственных, так и частных, предлагается создание единого центра по управлению ТБО на базе существующей дочерней компании Министерства АО «Жасылдаму». В настоящее время в Казахстане складывается ситуация, когда мусороперерабатывающие заводы останавливаются ввиду непроработанной структуры контрактных взаимоотношений между акиматом, инвестором и мусоровозящей компанией. Центр позволит решить
данной проблемы, выступая помощником как для акиматов, так и для инвесторов, и будет выполнять следующие функции. Информационную, то есть аккумулировать информацию по сбору и переработке ТБО, разрабатывать информационные материалы, а также привлекать к данной работе общественные организации. Координационную, то есть контроль за единым подходом, в том числе в части технологических решений при реализации проектов ТБО, координация деятельности между правительством и международными финансовыми институтами, местными исполнительными органами и инвесторами. Государственная поддержка, то есть аккумулирование и оперирование грантовыми средствами для поддержки реализации проектов ТБО путем привлечения инвесторов и структурирования контрактов. По сути, АО «Жасылдаму» будет представлять собой институт развития в данном секторе, но не будет непосредственно участвовать в проектах. Безусловно, государство должно взять на себя ключевую роль при реализации программы, однако для ее успешной реализации необходимо привлечение частного сектора. Анализ мировой статистики по вовлечению частного сектора в сбор и переработку мусора показывает его высокую долю участия. Используя механизмы ГЧП, позволяет расширить участие частного сектора в предоставлении услуг, в которых частный сектор оказался более эффективным, чем государственные структуры, создать механизмы, где рентабельность проектов гарантирует, что частные компании будут заинтересованы в участии, провести реформирование организационной структуры и совершенствование механизмов координации между государственными и частными инвестициями, реализовать проекты, включающие строительство, финансирование, эксплуатацию и последующую передачу имущества по завершении проекта ГЧП государству. Мы считаем реализацию пилотных проектов по управлению отходами с использованием механизмов ГЧП необходимо производить в крупных городах и агломерациях с населением более 300 тысяч человек. Данные проекты будут включать в себя создание единого оператора, частного инвестора, ответственного за комплексное управление и полную модернизацию сектора ТБО в выбранном регионе и включающие в себя проведение модернизации системы сбора и транспортировки отходов, строительство мусороперерабатывающего завода, строительство нового полигона. Такая интегрированная система поддерживается экологической программой ООН, которая выпустила соответствующее руководство по данному вопросу. Ключевым моментом реализации проектов является подписание долгосрочного от 15 до 30 лет интегрированного контракта по всем указанным высшим мероприятиям на основе ГЧП, который гарантирует инвестору стабильный денежный поток путем получения как тарифов от загрязнителей, которые на начальном этапе можно держать на низком уровне, так и конституционных обязательств государства. В последующем с ростом благосостояния населения возможен планомерный рост тарифов для выполнения общемирового принципа «загрязнитель платит». Безусловно, помимо указанных выше мер поддержки на начальном этапе реализации программы потребует выделения бюджетных средств. Так, для пилотного этапа программы до 2020 года планируются бюджетные расходы в размере 52 миллиарда тенге. Данная сумма уже была поддержана РБК. Следует отметить, что до 2020 года также планируются частные инвестиции в размере почти 75 миллиардов тенге, что составляет 60% от общих затрат. Эти деньги в общем размере в 127 миллиардов тенге будут использованы на 4 категории расходов. Внедрение раздельного сбора биологически разлагаемых отходов, обновление парка контейнеров и мусоровозов для обеспечения своевременного вывоза ТБО, строительство новых полигонов и строительство заводов по переработке ТБО – это пилотные проекты. Также необходимо отметить, что фактически суммы будут определяться по мере разработки проектов по бюджетным заявкам, включая проекты рекультивации и реабилитации полигонов. Динамика доли бюджетного финансирования предполагает снижение нагрузки на бюджет с увеличением доли частного финансирования в связи с увеличением рентабельности сектора ТБО, а также развитием механизмов ГЧП. Что касается уже проведенной работы, то необходимо отметить, что в 2012 году под эгидой АДС ЖКХ была начата работа по обоснованию инвестиций по управлению ТБО в следующих городах: Актюбе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Талдыкурган, Тарас, Усть-Каменогорск. Министерство окружающей среды и водных ресурсов в настоящее время завершает данную работу. По двум городам Актау и Караганда работа по реализации проектов уже начата. Министерством была проделана огромная работа. Проект программы получил все необходимые согласования, в том числе с акиматами всех областей и городов Астана и Алматы, прошел все требуемые в установленном порядке экспертизы. Благодарю за внимание.